Комедия «Холоп» стала самым кассовым фильмом в истории России. Картина уже собрала более 3 миллиардов рублей. В кинотеатры на «Холопа» сходили 11,5 миллионов человек. Это история о высокомерном мажоре, который после аварии попадает в 19 век и становится там обычным крестьянином. Путешествие в прошлое подстроил отец главного героя и психолог, чтобы перевоспитать парнишу. Они вместе с актерами следят за ним через скрытые камеры. Он тупой. Сам ты тупой. Человек стресс. Он в прошлое попал.